Карачаево-Черкесию посетили артисты из Луганска. Некоторые из них – участники СВО. Они встретились со студентами Индустриально-технологического колледжа Черкесска и побывали на патриотическом открытом уроке с поднятием флага России. Как прошла встреча с молодежью, расскажет Альбина Ламкова. Утро понедельника в Индустриально-технологическом колледже традиционно началось с торжественной линейки, церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Взрослые разговоры о мире. Тема этой недели – традиционного патриотического мероприятия. Почетными гостями торжественной линейки стали артисты из Луганской области. Руководитель колледжа Ахмат Байрамуков открыл актуальную беседу. Рассказал, какую помощь в поддержке СВО оказывали студенты и весь коллектив учебного заведения. Артист, преподаватель, наставник по вокалу Луганской государственной академии Игорь Колосов с первых дней на передовой. В конце лета вновь воссоединился с коллективом. Цель одна – поддержать боевой дух. Старались, мы боролись за нашу землю. Ну, об этом даже, знаете, сложно говорить. Но мы устояли и продолжаем бороться. И плечом к плечу с нашими братьями из Российской Федерации мы отстаивали и отстаиваем свои интересы. В адрес гостей со стороны студентов было направлено множество вопросов. Интересовало буквально все, начиная от репертуара артистов, педагогической деятельности до личных интересов. Трогательно, взволнованно и с грустью, но в то же время с гордостью рассказывали артисты молодежи о своей жизни и переживаниях. Такие же молоденькие паренечки, худенькие, стройные девчата. Она еще автомат этот не может удержать, он такой тяжелый, или паренек. А он уже воюет, он уже, а его уже нет. Не дай бог, почему я говорю, что каждый на своем месте сейчас, мы как артисты, да, мы тоже сражаемся. Пока мы едины, мы непобедимы. Ребята, я точно это знаю. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.